Всем здорово! Это обзор от mob.org и я Трэш. В сегодняшнем выпуске вы увидите космослэшер, черепно-мозговую аркаду и потрясающий хоррор. Поехали! Загадочная форма жизни, более известная как Сада, истребляет остатки человечества. Единственным выходом остается использование костюма в Армиях 3, дистанционно управляемого разумом человека по принципу Аватара. Звучит неплохо, но слэшер Implosion обладает не только крутым сюжетом, но и потрясающим геймплеем. Отлично продуманная система комбо и апгрейдов, великолепные эффекты и потрясающая графика не дают оторваться от игры. Предметы и противники разлетается в стороны. Герой, совершая зрелищные акробатические трюки, нарезает врагов острием катаны. Вдобавок, в конце каждого уровня тебя будут ждать боссы, каждый из которых отличается способностями и размером. Битвы с ними сплошное удовольствие, хоть и заставляющее попотеть. Но и это еще не все. Implosion сумела обойтись без доната, что делает ее одним из лучших слэшеров на платформе Android. Зацени-ка. Знаете старое выражение «с собой в могилу не унесешь»? Так вот, у меня для вас новости. Это не так. Мертвые неплательщики забирают свои богатства с собой в загробный мир на протяжении веков. Работа адской налоговой службы и ее армии черепов — собирать долги. Вот тут-то и подключаешься ты. Если по какой-то причине ты пропустил Скалдаггер, то она тебя точно не пропустит. Нельзя проходить мимо захватывающего таймкиллера, да еще и главным героем которого является Черепов. Нанятый на работу агентством по сбору налогов. Твоя задача, натянув мозг как можно сильнее и быстрее, запустить череп в нужном направлении для сбора сокровищ. На пути будут встречаться препятствия, враги и боссы, а при желании можно испытать прочность черепов вместе со своим другом. И помните, вам не скрыться от долгов, даже после смерти. Lost Within — это невероятный хоррор, главным героем которого выступает полицейский, которому поручили обследовать заброшенную лечебницу перед сносом здания. Опасения оказались не напрасны, герой понимает, что в здании остался беспризорный мальчик, и ему требуется помощь. Исследование лечебницы обернется для героя путешествием в прошлое, знакомством с историей этого места и ее бывшими обитателями. Дело в том, что в лечебнице проводились жуткие эксперименты, и некоторым из подопытных удалось выжить. Они и станут главным источником опасности для героя. Иногда на пути будут встречаться полезные предметы, вроде стетоскопа, позволяющего чувствовать присутствие монстров, радио, отвлекающего противников, или оружие для обороны. Но так как это большая роскошь, чаще всего игроку предстоит спасаться бегствием или игрой в прятки. Напряженная атмосфера, интригующий сюжет и красивая графика оставляет Lost Within вне всякой конкуренции на Android. А на сегодня это все. Качай, ставь лайк, подписывайся на канал и вступай в группу. А также по этим ссылкам ты можешь ознакомиться с предыдущими обзорами на нашем канале. Это был обзор от mob.org и я Трэш. До скорого!